Всем привет, мои хорошие! Сегодня у нас на чистке вот такая красавица. Это мороженка. Вот такая она красивая, влажненькая, сыпучая, хрупкая. Так что будем чистить аккуратно. Давайте начнем с маленьких кусочков. Да, даже влажненькая, она пачкает ручки. По ней я очень соскучилась. Попробовала я ее весной. Это прям действительно мороженка. Очень нежная, сливочная, жирная, пломбирная, меловая, побелочная. Высохнет, выйдет обзор на нее. Такой красавчик. Вот такая малявочка. Монолитные куски чистятся хорошо, без проблем. А вот большой кусок, он рыхловат, видно, слоистый. Не знаю, как будет чищаться. Нужно будет поаккуратнее. У нас, как всегда, все спят, а у меня руки чешутся. Не могу я уснуть. Да, у меня не чищенные.
Ну, вот прям чуть-чуть влажные. А, спрашивали у меня, как долго сохнут глины. Вот такие глины не очень долго сохнут. А вот наподобие вуаль, пломбир, графит, кумир, они вулкан, да, они подольше сохнут. Вообще красота. Чистая абсолютно. Никакого скрипа. Очень увлекательный процесс. Расстраивают в этом году лето. У нас лето постояла жара пару недель в июне. И все. На вторую неделю дожди. Город топит. Область топит. Ливни такие хорошие прошли. Погода. Максимум 23. И все. И как-то печально прям в этом году. Надеюсь, в августе мы еще порадуемся теплым денечком. Вообще не ощутила в этом году лето. Напряжение падает, и лампа туда убавит, туда добавит свет. Здесь вот в щелях, конечно, надо будет при расколе. Вот такая красота. И осталась у нас самая большая голубушка.
Сейчас мы будем зачищать. Ага, здесь уже надо большой нож брать. Отковыривается. Малявок потом зачищу сама. Я обожаю этот запах. Это точно надо будет почищать, когда я раскалю ее, потому что очень много вот таких мест, труднодоступных, так сказать. Сейчас придется ее повертеть. Здесь она прям сыпушка. Thank you.
пахнет изумительно. Я просто тащусь. Чищу и тащусь. Ну, сыпушка. Аккуратно надо зачищать. А на камеру такие сыпушки очень-очень неудобно чистить. Так-с. Если убегаю с камеры, простите. Потому что я все внимательно зачищаю. Стараюсь ничего не пропустить. И отвлекаюсь. Она практически сухая. Вот этот вот край вообще сухой. Проверяем. Угу. Вот здесь не зачистила. Вот такая красота у нас с вами получилась. На чистке была мороженка. Одна из моих любимых блин. Всем огромное спасибо за внимание. Всех люблю, целую, обнимаю. Всем пока-пока.